Нокаут это обязательно обеспечен. Я вам всем докажу, что я реально хороший боец. Каждое утро я просыпаюсь с той мыслью, чтобы стать лучше. Мы живем лишь один раз, и надо использовать тот шанс, что дан нам судьбою. И даже если у тебя есть проблемы, то на каждую из них непременно найдется свое решение. Главное не опускать рук. Твоя сила в твоей голове. Никогда не отступай от своей мечты, даже если выхода нет. Не теряй веры в себя. Главное верить. И тогда ты добьешься всего. Тогда ты исполнишь свою заветную мечту. Наш план – работать, 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 работать. И ни в чем, вообще ни одну секунду не дать стойке отдыхать. Во-первых, я не ставлю себе цель нокаута, я ставлю себе цель измотать, но бой покажет. Получится нокаут, это вообще будет для меня выше крыши. Миллион побеждал, частенько падал вниз, но падая взлетал, я стал дорогой спорта, и я не прогадал. Мы готовы для того, чтобы мы поработали очень хорошо, подготовили Пашу, вывели на пик форму для того, чтобы он выиграл этот бой. Я не готов проигрывать, я тренировался очень упорно. Полтора месяца, и я готов на все 100% вложиться и принести в Молдавию выигрыш. Бей еще совсем немного, быть лучшим не значит вечно побеждать. Да, быть лучшим путь проложить наверх дорогой строго. Я выбрал эту жизнь и выбрал ее навсегда на небес. А всем завистникам могу сказать одно только, что непобедимых бойцов нету. Каждого можно победить. Я вам всем докажу, что я реально хороший боец. И в кровь раздираю ладони на счет. Раз, два, три. Я отмечаюсь от тебя тем, что огонь. Я, конечно, стойке желаю, чтобы мы вместе провели очень хороший, красивый бой. Дельнейший бой. И удачи, конечно. Удачи.